Отдел по гражданству и миграции Мозырского РОВД вновь меняет место прописки. С 29 октября принимать мазырян и гостей города специалисты паспортного стола будут по новому адресу. Улица Крупская, 14. Это здание Белинвестбанка. Кабинеты отдела по гражданству и миграции разместятся на третьем этаже. График работы останется прежним. С ним можно ознакомиться на официальном сайте Мозырского райисполкома.